мы делаем карбокситерапию. Процедурка связана с убедением углекислого газа. Углекислый газ для того, чтобы снять отек, уменьшить болевой синдром, улучшить кровоснабжение тканей и прийти к снятию воспалительного процесса. И больно легкое подкожное введение, которое, в общем, не даст никаких особых вам. Мне, в принципе, было не больно. По ощущениям, сразу как будто бы какой-то холодок такой, именно во время введения. А потом оно становится, наоборот, тепло. То есть, ну, я бы сказала, что это даже приятно.